Привет, друзья! В предыдущих видео говорил, что у нас нам выделили 2 миллиона гривен на пул, и здесь должен быть был пул, но нам построили, не нам точнее, а детскую площадку для детей. Вот как видите, здесь дети лазят, играются, а пула нет, спортивной площадки нет, но, блин, я хочу кататься, так что давайте попробуем покататься на детской площадке. Первое, что я хочу сделать, это волрайд. Я уже пробовал, как видите, по следам. Волрайд на 180, я никогда в жизни не делал. И поснимаем немного с GoPro этого стрита. Теперь давайте волрайд на 180. Самое главное, что здесь мешают канаты, вот эти штуки. И можно цепануться и упасть. Давайте на GoPro снимем, чтобы не занимать место, пока буду учиться. Всего это с баника запрыгнуть, чтобы резко в этот стол где-то шеи не кинуло. Промахнулся немножко. А, ну нормально, все, еще раз можно промахнуть. Она сразу ударяет ту, если ту держать бы. Пи***ц! Чуть не разбил фоник, ты снял? Почти! Валя говорил, это нереально, только... Я не говорил нереально, я говорил вот очень сложно. Нереально? Ну и что теперь? Ничего. Ну и все. Он сказал, ты точно не сделаешь. Я сказал, точно не сделаешь. Видите как? Все реально, ребята, добивайте своих целей, несмотря ни на что, все реально. Мы переместились с детской площадки на другую детскую площадку. Сейчас я проведу конкурс для детей, буду поощрять их деньгами, чего не было в моем детстве. Раньше я бы делал даблбэкфлипы, наверное, за 100 гривен, а сейчас я буду давать тоже деньги за трюки более простые. Короче, я покажу правила игры. Вот, например, я закладываю колену бар, например. Загадал барчик, колен сделал барчик, я дал 10 гривен. Я думаю, что, например, загадал Жене 180 бар, потому что это для него простой трюк. Женя сделал 180 бар, я ему дал 20 гривен, потому что это сложнее трюк. Хотя для Жени это такой, как для колена бар, можно десяточку дать. Если вы не сделали, вы не получаете денег, то у кого больше всего денег, тот победил. Нормально? Да. Сегодня спонсор нашего движения Мишаня YouTube Channel. И Жесть Team. Футболки можно купить в магазине Жесть Official. Я даю деньги за трюки, у кого больше всего денег, тот еще получает футболку Жесть. Бесплатно. Но один промник, помните, был у меня? Он эксклюзивный, я его не могу продать, я решил его разыграть. Потому что это, как считается, меньший принт, он не продается, поэтому кто-то один получит этот эксклюзив. Окей. Сегодня что, погнали? Окей. Сегодня что, погнали? Да. Погнали. Пацан принес мне швепс, шоколадку, я ему ее даю назад, но не берется. Не берется, что мне делать? Ну, я ж не ем такого. Ничего. Ну, спасибо большое, давай. Я тебя буду тестировать. У нас Женя, кстати, смотрите, байк не его, он сломал свой байк, Денис вот этот 20 ему дал. Ой, на глазки прыгнись. Да. И Ярик свой, а в колено тоже нет своего байка. Почему нет? Он будет на моем.
Так что начинаем с колена, Колян. Даю тебе байк. Первый трюк. 180, one hand, 15 гривен. Одна попытка. Да. Серьезно? Да. Давай так, чтобы видно на камеру было. 15 рублей. Спасибо. Там раскатан? Кстати, ты шлем не надел. Да ладно. Возьму мне шлем. Без шлема видео нельзя. Короче, у нас Колян сделал без шлема трюк. Без шлема нельзя кататься. Я Рику сейчас дам шлем. Дай шлем. Что бы ты ни делал, делай чисто. Короче, треху, тайр грэп. Победа близ. О, давай. Ничего не бывает без визы. Работай как мастер, чтоб не потерпеть пьетку. Ярик заработал. Сейчас себе 50 гривен еще дособираю. Нофут канкан. 20 гривен. Барчик 5 гривен. Выбирай. Я уже сразу выпал. Я тебе загадал два трюка, ты выбираешь. Двадцатка. Блин, я бы, наверное, за 20 сделал бы. Да? Первые твои деньги. На велике заработал. 5 гривен, Колян, за one foot. И 20 гривен за бубаку. Фейки чикен. Дабл чикен. Я чикен не могу. Вавка? Да. Один чикен бар. Бро. А бубаку? Сделал, но бабака жиденькая была. Засчитываем? Ну, он вавку расцарапал, я думаю, стоит. Да не расцарапал ничего, он так ноет специально. Симулирует? Да, там ничего нет, я вижу. Жулик мой. Вот, давай, щель, бачишь, порвал? Щель? Да. Щель. А ты уже трак садишь? Ну, я сажу. Давай трак 20 гривен или бар в трансфер 5 гривен. Трак пробую. Дизастер на фейке трёху в квотере 15 гривен. А бар в квотере, ты умеешь бар, дай бар. Ярик, дай бар. Ну бар в квотере один. Ну вот именно что бар в квотере. Дай ему байк, это неудобно. Не поломает. Да не поломает. Не поломает. Поломает. Ну что и твой друг, Женя? И шо? Женя, не погашивайся, Велик. Да, ну окей. Давай. Ты сначала мог сделать дизастер, а потом сразу сделать бар в квотере. Да. А, да? Сказал я три. Ну не почувствую, здесь просто бар. Дизастер на бар квотере. Тут дизастер, там бар квотере. Давай, еще раз. 180 дизастер? Не, на фейке. Давай. Десяточка. И пятерочка. Женя в кассу поднимает. За 10 гривен 180 бар Ярику, 180 бар Жене и просто барспин для колена, потому что он не умеет 180 бар. Я уже делаю. Давайте, погнали. Блин, я не умею бар. Ты делал его уже два раза. Ярик, шлема дай. И защиту на колени, возьми у меня защиту. Да ну, у меня бабка, я не буду вдягать там. Да, бери защиту. Там по твой, не. Бери защиту. Давай. Колян говорит, что у него есть, покажи, буба. Колена вавка. Колену загадаем old school one hand, потому что он при мне делал. Давай. А это одна попытка, да? Да. Блин. Ставь ты, конечно, ракурс. Ну, не знаю. Но ракурс ты плохой выбрал. Но я не успел бы. Десяточка заработала. Держи. Держи двадцатку и даже десятку, Женя. Ты ж есть. Короче, Колян. Не появляться больше рядом. Чистый ксап. 10 гривен. Чистый. Идеально чистый.
Вот так вот или больше? Или за 20 гривен просто канкан, не на фут, а одну ногу. Я канкан. Как бы нам это было. Типа туда и назад? Да. А, я думал, канкан лендер. Нет, давай, это и так легко канкан. За 20-ку. Серьезно, это... Яйно. Яйно. Надо покушать колено. Яйно. Колян маман или брутал? Маман. Мамал. Нет, колян брутал всегда. Колян, ты брутал или маман? Чистый на фут канкан за 10-ку или иксап на опа иксап за 20-ку? Ебу! Опа было только 90, он колено удалился. Ты или еще раз попытку делаешь чище второй иксап или до 10? Давайте чище. Мало, если сейчас не делаешь, то 0 будет. Только иксап не 90, а вот так вот. Нет, мне страшно, вы все передо мной стоите. Вы. Хотя бы 10, дай! Но футер за 10-ку или бар на тэп за 20-ку? Бар на тэп. Я подслепала. А можно доход сделать и 10-ку давать? Дай 10 денег! Ванхенд в приземку за 10-ку или перепрыгнуть через эту перилку за 20-ку? С низкого вылета. Ты что, гонишь? Нет. За 20-ку. Просто без трюка перепрыгнуть. Не, я не перепрыгну. Там легко. Руби ванхенд. Я знаю, что ванхенд. Не, было, было. Не долетел. Вот сюда приземлился. 540 в квотере за 30 гривен. Или 3 в квотере за 20 гривен. Или 180 в квотере за 10 гривен. 3 в квотере. Десятку заработать за 180. То же самое, что Ярику, только на плоскость. 540 или 3 или 180. А 3 на тэпе? Давайте 3. Yeah. 20-ка чисто заработал, молодец. Ярик в шоке. Я тоже в шоке, бля. Ну, как ты не будешь, но фут за 10, но фут ван хэнд за 15 и насинг за 30. Делай насинг, делай насинг. А шо шо? Но фут ван хэнд це як? Но фут і ван хэнд. Це одну ногу? Но фут ван хэнд. Є! П'ятерку здачі, давай, у тебе ж є. Олдскул ван хэнд 10 гривень, бар в приземку 20 туди, или 180. Дизастер на 180, 30 гривен. О, 180. Я попробую на 50. Ну думай то, что ты, чтобы деньги 180, были. А какие хорошие? Ты что, это не no hand, 10 гривен. Робишь? Не роблю я. Ты робишь? Хотя бы 10, дай! Ты маленький. Я вам 10 гривен, да. Как раз на 10 гривен. Ты специально так ты же делал раньше? Не делал лик назад. На 10-ку заработал. Mm-hmm. То же самое, что Ярик загадывал. Выбирай. Лара, что ты не дружишь? Бар в приземку. Давайте бар в приземку. Женя делает бар круче меня, я не, в этом не спорю. Так, сейчас последний, 6-й круг. Супер деньги, 50 гривен за трюк. Пацаны готовы? Почти все справедливо и честно. Колян, ты первый. За 50 гривен готов? 180 на плоскость 10 гривен выбираешь, или 3 на плоскость 20 гривен, или сюда просто no foot за 50, но в приземку и чистый no foot. No foot типа одну ногу, да? Две ноги. Если не сделаешь, то деньги в небо. 50-ка за no foot, чисто просто no foot в приземочку. Сильный обычный. Приземку нужно прыгать, учиться было раньше. Ну фут приземка, попробуем. Ну да, красивый. Бля!
мог заработать десяточку, 180 сделать. Он и без ноу-фута не долетел. Нужно чаще тренироваться. Зараз чекінбар мені вигадають. Так, следующий хто? Ярик? Гриша, я частіше на велику, а не на скутері, я щас включусь. Скажи, трюк для Коляна як, сложно я загадав? Самий легкий. А то Колян... Якби ти зараз приїжджав на велику і вчився, ти вже робив. Вже неправда говорить, нужно тренироваться. Это ж ноу-фут просто. Yeah. Кататься 2 года не имеет ноу-фут. Я на второй год катания прыгал с 10 метров дропа и бэкфлип делал. В Украине никто его не делал. А Ярик что робив? Ты ловил уже на другой игре. А тогда в Украине никто не делал. Тогда иксапы. Все, барспин. Это не твой уровень, Женя, не сравнивай. Барчик. Просто тебе загадывал обычно барчик. Просто. 10 гривен, значит. Old school, no hand. 20 гривен. Ой, old school, свой сайт. И за 50-ку треху через мопед Коляна. Я не дам, давай. Я не дам свой мопед. Дашь мопед? Нет. Ты дам! Коля, на мопеде для Миши дам. Дай покататься, блин. Я не дам. Для... Что, тебе жалко для нормальных пацанов? Жалко, блин, пацанам нормально не прыгаться. Ты пьян, я тебе не дам. Я не дам свой мопед. Дашь мопед? Нет. Ты дам! Да он перепрыгнул. Нет, перепрыгнул. Трёха через мопед, фильтр, а бычок потечет сейчас, Ярик. Хайцы, хайцы! Что, сломал? Что, сломал? Давай, давай тогда любой трюк через перилку. Типа ванхенда, ванфута. Через него не прыгаю. Ну выбирай тогда. Через перилку или через мопед? Другой ванхенд просто. Я мопед не даю. Ванхенд. Через нее никто не прыгает. Я прыгаю. Прыгни. Прыгни давай. Добре, дивись. Меняй здесь. Хорошо, тебе связали. Бляй. Ванхенд за 10 гривен. Да давай еще жестче, у белки за 20 гривен. Тяжко, хорошо. Или любой трюк через перилку за 50. О. Через перилу ванхенд. Давай, 50. 50? Бляха. Зараз, зараз, попробую. Я просто вхопив, що я делаю. Бляха, бляха, бляха. Все. Я вбегу, вбегу. Я не прыгнул, можно еще. Так что, Жень? Давай, что ты? Я за скільки раз можу? Страшно просто чую це, не перелечу. Що ти боїшся? Типа, якщо я вкачу фігово і не перелечу. Мені головне вкатить. Я почувствую, якщо я вкачу і перелечу. Давай! Бляха, муха! Бля. Жень, бери за 20-ку трюк, да і все. Не рискуйся, не можеш. Він уже вибрав. Бля. А ні, не можна так. Оу. Не можна так. Я не знаю. Ти вже вибрав. Значить мені не можна перебирати. Так, мабуть, не можна. Так, чесно. Бачиш, як я роблю? Раніше дергни банник в склон. Я прям нікого не хватаю. Колян, банник, я вийшов до покрив. Раньше баник ему надо дергать на плоскость. Yeah, boy! Много подъезда, конечно, было. Но из-за того, что чужой байк, только бабла подлатал Женек. Жень, доволен? Да. Ой, я просто мне 20-ку еще засадил. Я тебе завтра верну. Нет, ты мне завтра. Не, мне вообще тиждень назад вернуть. Мне батьки дадут. Он должен тебе? 90. Да, он мне... Я ему купил, он мне сказал, я тебе завтра верну. И сказал, точно верну. Так что ты мне сегодня выкаешь. Ярик, сколько у тебя? 20. У меня 35. 35? Тебе Коляна? 50. 50-ка? А у тебя же нет? У меня... Зараз я посчитала. Бляха. 70. 90. 100. 10. 120, 130, 135. А, ну уже смысла нет. У меня еще осталось, думал, еще по одному трюку. 135 гривен сегодня, Женя. У Коляна 50, у Ярика 35. Ну и что, Женя победил. Женя, на память футболка, которая одна такая в мире есть. Раскрою. Это принт меньше, это пробник. Я думал, в рамочку, на память. Это первая футболка, которая напечаталась, но она будет... Женя, держи футболку. Поздравляю, Женя победил. Давай заставочку. Понравился? То есть Ярик недоволен, почему? Понравилось. Не любишь проигрывать? Зато ты мог бы сегодня ничего не заработать, а тебе есть на мороженое. Да? На милкишейк деньги.
Ты доволен? А ты, Халян, доволен игрой? Надеюсь, вам понравилось это видео. Если хотите больше видео такого плана, пишите об этом в комментариях. Если хотите видеть больше, как я катаюсь, пишите об этом в комментариях. Пишите в комментариях то, что вы хотите видеть на моем канале. Я обо всем читаю и буду учитывать ваше мнение. Спасибо, что посмотрели это видео. До скорых встреч. Пис. Так, Женек, держи. За участие, за участие, за участие. Наклеечки жесть им. Пацаны, у кого еще нет наклеечек жесть? Мене. Держи. Спасибо, на наклейку. Вот жесть наклеечку дать? Мне. Да, сюда. Дякую. Держи. Дякую. Все, всех есть? Держи. Держи, ну. Ты мне ОБС настраивал, тебе 4 штучки. Даник, тебе я? Я не буду брать. Блин, Даник даже, Даника с моей команды. Нет, блин, Даник, остались такие только. Так, я тебе потом дам еще. Что? Да, и хоть хочешь. Я хотел испытать, у нас почти 5. Спасибо. Да. Да. Тебе давал? Да, еще одну. Все, всем наклеечки. Все получили клейки. Оператор на клейке, возьми рукой. Мне надо такой же. Спасибо.